В регионе открылась новая ассоциация. Около 10 полиграфистов Саратовской области объединились в одну организацию. Идея создания ассоциации принадлежит специалистам Министерства промышленности и самим производственникам. Это связано с рядом вопросов. В частности, за несколько лет в нашем регионе значительно сократилось количество предпринимателей, занимающихся полиграфией. Крупные заказы на продукцию они не в состоянии реализовать. По словам специалистов, создание ассоциации позволит увеличить мощности производства и заняться вопросами развития этой сферы. Они будут решать общие проблемы, проблемы общие. И это проблемы и кадры, подготовка кадров, и техперевооружение, и внедрение инноваций, и представление интересов полиграфистов на федеральном, на региональном уровне. То есть ассоциация будет представлять интересы не отдельных предприятий, а целиком полиграфической отрасли Саратовской области. Создаем ассоциацию, чтобы нам наращивать мощности именно под потребности российского рынка. Ну и, соответственно, чтобы, знаете, вот импортозамещать, у нас вот этот слоган идет, да, нам нужно не просто импортозамещать, нам нужно работать на экспорт. Специалисты отмечают, что стать членами ассоциации могут не только полиграфисты нашего региона, но и предприниматели из других областей страны.